Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бог Сложенцы. Недавно я подумал о том, не создать ли мне новую рубрику, где мы будем с вами обсуждать яблочные новости за 2 недели. И я подумал, надо бы создать, я надеюсь, вам понравится, это будет что-то вроде видеоподкаста, но просто я буду обсуждать новости из мира Apple и высказывать в них свое мнение. Поехали! И перед началом наших обсуждений новостей я бы хотел сделать небольшое вступление. Многие из вас могли бы написать в комментариях, что данная идея украдена у Wylsacom, но нет, я полностью делаю все наоборот. Он делает подкаст в iTunes и делает это на 50 минут, а я буду стараться это сделать на 10-15 минут и сделать это довольно-таки доступным языком, чтобы все понимали, и сделать это как можно быстрее и понятней. И поэтому я не воровал идею, а просто взял за основу яблочные новости. То есть, как бы мы будем обсуждать яблочные новости из мира Apple за 2 недели. Поэтому давайте приступим, и не надо писать в комментариях, что я все-таки украл идею, ведь я тут надумал кучу своего... И поэтому идея не украдена. Ну, давайте приступим к нашим новостям. Поехали. И первая наша новость звучит примерно так. Apple готовит к выпуску iPad mini 2. Об этом нам рассказали зарубежные ресурсы. Написали они то, что iPad mini 2 теперь делается не так часто. То есть Apple сократили поставку iPad mini 2. И с Apple Store начали потихоньку исчезать iPad mini 2, но мы так как бы всегда наблюдаем, с выходом каждого нового девайса, предыдущая модель девайса потихоньку начинает исчезать из прилавков Apple Store, но это дело может растянуться на месяц и -2, и собственно говоря об этом написал данный зарубежный ресурс, к сожалению я не помню его название, но это не столь важно. И... Они написали, что в данном iPad mini 2 мы можем ждать Retina дисплей, также улучшенную камеру и улучшенный процессор и добавлением большей оперативной памяти. И я думаю, это действительно правда, iPad mini 2 останется примерно в таком же дизайне и вот это все туда добавит. И тут еще был небольшой слух, то что iPad mini 2 может стать в нескольких цветах, в принципе, как сейчас iPod Touch 5-го поколения. И я бы хотел, чтобы это действительно произошло, потому что действительно, порой уже надоедает то, что только 2 айфона есть у нас, черный и белый, и 2 айпэда черные и белые. Действительно, иногда надоедает, и хотелось бы какого-то разнообразия со стороны Apple. И я думаю, они воплотят эту идею и сделают все-таки iPad mini 2 в разных цветах. И мое личное отношение к этой новости... Я думаю, что это действительно правда, и что iPad примерно представит через 1-2 месяца. И мы видели, что в октябре представили нам iPad mini и iPad mini... iPad mini и iPad 4-го поколения. И тут становится вопрос, будет ли Apple обновлять свои iPad'ы 2 раза в год, как Mac? Я думаю, что нет, поскольку было бы бредово обновлять планшет, как компьютер. Ведь Стив Джобс всегда говорил, что... Компьютер и планшет — это 2 разные вещи. Мы никогда не будем делать симбиоз планшета и компьютера. То есть зачем Тиму Куку обновлять iPad 2 раза в год, если iPad и так хорошо обновлялся, и все были довольны, а с выходом iPad 4 я был не очень доволен тем, что iPad 3 теперь вообще не производят. Ну, в общем, вы поняли мою мысль. Поэтому я надеюсь, что iPad будут в дальнейшем выпускать в марте, а поскольку в этот раз обновили их в октябре, то им придется чуть-чуть затянуть как бы новое обновление, что в принципе логично. Но я хотел бы, чтобы iPad обновлялись в марте, как это мы видели раньше. И следующая новость у нас звучит примерно так, что джейлбрейка iOS 6.1.3 не будет. Об этом заявил известный хакер iOS под 2G. И он написал об этом в своем твиттере, и написал он примерно так, что джейлбрейка iOS 6.1.3 можете не ждать, поскольку нету смысла его делать, ведь iOS 6.1.3 ничем не отличается от iOS 6.1.2. И поэтому мы не будем делать данный джейлбрейк, мы будем делать джейлбрейк iOS 7, а пока мы отдыхаем. Я в принципе согласен с словами данного хакера, потому что действительно смысла обновляться 6.1.2 до 6.1.3 нету, тем более если вам важен джейлбрейк. Если вам важен джейлбрейк, как и мне, то оставайтесь в принципе как и я на iOS 6.1.2. Действительно хорошая прошивка, я в ней особых лагов не заметил, поэтому я сижу с джейлбрейком на 6.1.2 и мне не так важен джейлбрейк 6.1.3. А вот джейлбрейк iOS 7 мне довольно-таки важен, и его планируют представить в июне. Это, собственно говоря, наша следующая новость, и мы к ней вот так вот плавно переходим.
В июне нам, опять же, зарубежные эти ресурсы говорят, что в июне мы с вами увидим iPhone 5s и релиз iOS 7. Также мы можем увидеть iPhone mini, тот самый бюджетный iPhone. И тут становится вопрос, зачем Apple делать бюджетный iPhone, если iPhone, обычный iPhone почти по цене не отличается от остальных флагманов. Я не думаю, что Apple скатится до того, что будет делать как какие-то Huawei и другие китайские компании бюджетные телефоны, ведь это не совсем правильно. iPhone был всегда чем-то особенным и выделялся своим качеством и ценой. Так зачем же понижать цену и при этом портить качество, если у нас был вполне хороший iPhone? Тем, кому не хватает на iPhone 5, есть прекрасный iPhone 4 и 4s, который до сих пор поддерживается последней прошивкой, и в дальнейшем, я думаю, что iPhone 4 и 4s, iPhone 5 будут поддерживать iOS 7. И вопрос такой довольно-таки большой, и каждый относится к этому по-своему, но я все-таки за то, чтобы iPhone mini не выходил. В этой новости также прозвучало, что мы можем увидеть в июне релиз iOS 7. Да, это вполне возможно, ведь всегда на World Wide Developer Conference мы с вами видели релиз iOS 7, но никогда мы не видели релиза iPhone, потому что всегда по привычке iPhone у нас выходил в сентябре. И я думаю, что Apple все-таки стремится к тому, что обновлять свои гаджеты чаще, чем в предыдущих годах, но это действительно плохо. Это... Я думаю, что Apple надо обновлять свои девайсы один раз в год. Вот, что значит мы можем увидеть в iPhone 5s? В iPhone 5s, по слухам, мы с вами можем увидеть тот же 4-дюймовый дисплей. Ну, в принципе, мы можем увидеть улучшенную камеру и лучший процессор. Также Apple может сделать какую-то в нем фишку, то есть добавить то, чего не было в предыдущих айфонах. Ведь, допустим, в 4s это была Siri, да? В 3GS это была скорость, и буковка S значила Speed, в 4s это Siri была. Вот, я думаю, что эта фишка будет или NFC, но, в принципе, я не думаю, что вполне возможно, что это будет NFC, но ведь, если так прикинуть, то NFC сейчас почти во всех Android-смартфонах, и iPhone может, iPhone 5s не может продаваться фактически от этой фишки, но это все-таки возможно, если Apple добавит туда что-то свое. Я думаю, что это будет все-таки распознавание отпечатка пальца, то есть довольно-таки было бы удобно, если брав свой iPhone в руки, вы не вводили пароль, а просто прислоняли свой палец, и, допустим, это было все дело в кнопке Home, и разблокировался бы телефон. Действительно, это было бы довольно-таки удобно, я вообще не пользуюсь паролем как бы на своем iPhone, потому что иногда мне надо быстро разблокировать свое устройство и что-то там сделать, и поэтому было бы действительно очень удобно, я думаю, что что-то такое мы все же увидим. В iOS 7, если хотите узнать, что примерно я представляю себе в iOS 7, то вы можете посмотреть концепт на моем канале. Делал его не я, и я написал в конце, кто делал данное видео, то есть авторских прав я не нарушил, и я все-таки выложил его на канал, и я согласен полностью с автором данного видео, примерно так я себе представляю iOS 7. Возможно, она будет кардинально изменена, ведь мы знаем, что Скотт Форстелл ушел из Apple, и теперь за дизайн iOS, macOS и всех устройствах Apple отвечает Джонни Айв, который действительно хороший дизайнер, но Скотт Форстелл, как и Стив Джобс, любил скертоморфизм, или как-то так, я точно не могу это выговорить, и не помню, как это правильно произносится, но заключалась идея в том, что, допустим, в гейм-центр, когда мы заходим, мы видим там бильярдный стол, обитый кожей, и зайдя в заметки, мы видим блокнотик, вот примерно так, а Джонни Айв был вообще против этого, и он любит, когда все сделано как бы в таком новом стиле, когда, допустим, заметки у нас чисто такие, знаете, блин, даже не знаю, как это назвать. В принципе, я, может, кину в Твиттер скриншоты того, как я представляю себе iOS 7 с Джонни Айвом, или даже сделаю концепт на канале, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Вот, насчет iPhone mini. Слухи говорят о том, что в iPhone mini будет полностью пластмассовый корпус, но дисплей останется как в iPhone 5, 4 дюйма. Также, возможно, не будет ретины, но было бы глупо со стороны Apple выпускать какое-то устройство без ретина дисплея. Также говорят, что в нем будет похуже процессор и похуже камера. Действительно логично, если бы Apple выпускала iPhone mini, то есть бюджетный iPhone, то она делала все-таки хуже процессор и хуже камеру, то есть как iPod Touch. Но
Становится такой вопрос, не может ли iPhone mini конкурировать с iPod Touch? Ведь, в принципе, iPod Touch покупали те, кому не хватало на iPhone и ходили с обычным телефоном. И я думаю, что если все-таки Apple представит iPhone mini, то iPod Touch исчезнет вообще. То есть нету смысла просто продолжать его делать, ведь в iPhone mini у нас будет и сим-карта, а соответственно, если у нас будет сим-карта, то у нас будет всегда с собой интернет. И поэтому смысла продолжать делать iPod Touch я не вижу. И почему вообще данный слух называется iPhone mini, я не понимаю, ведь по слухам дисплей все же останется 4 дюйма, как в iPhone 5. В общем, это действительно очень непонятно, и я думаю, это бред. Также уже вот несколько недель, а может и месяцев, нас дергает такой вопрос и слух о iWatch. И действительно многие информационные информационные порталы зарубежные говорили о том, что в Apple сейчас над данными часами работает 100 инженеров. И я думаю, это правда, потому что у Apple есть патентно гнущийся дисплей, который они вполне могли установить в iWatch. И также Apple сотрудничает с компанией, не помню ее точное название, которая очень давно делает часы, и Тим Кук недавно приходил в эту компанию и советовался о том, как сделать, короче, часы. В принципе, я думаю, что эти iWatch все же будут выпущены, может, не в 2013 году, но выпущены они будут точно. А я, скорее всего, думаю, что это будет где-то в конце года, вот так вот, как мы в октябре. Вот примерно так, думаю, какая-то будет презентация, и там нам представят те самые iWatch и обновления Mac'ов. Вот. Ну, я бы купил себе такие iWatch, если честно, потому что я вот недавно свои часы поломал, и какие-то новые покупать у меня желания нет, и поэтому я бы, наверное, приобрел себе такие iWatch, действительно, потому что их делает Apple, а любой фанат Apple хочет, чтобы все делало Apple, да. Следующая новость у нас о том, что Apple обновила Final Cut Pro 10, и теперь она вернула Pro сегмент в свои программы, то есть с обновлением с Final Cut Pro 7 до Final Cut Pro 10 Apple пыталась сделать данную программу для всех пользователей, но многим тем, кто работал с Final Cut Pro 7, Final Cut Pro 10 никак не по душе, и они даже не обновлялись на Final Cut Pro 10. По одной простой причине, потому что половина функций, которые присутствовали в Final Cut Pro 7, были просто-напросто убраны в Final Cut Pro 10. Но Apple действительно не согласились с тем, что многие профессионалы, которые работали на Final Cut Pro 7, не обновились, и поэтому обновили Final Cut Pro 10, вернули половину функций, которые там присутствовали. Также они обновили Motion 5, по-моему, и еще компрессор, да. Вы знаете, я безусловно рад этому, что Apple возвращается в Pro сектор, ведь мы давно не видели обновление Mac Pro и Mac Mini сервера. И я хотел бы, чтобы Apple продолжала делать Pro сектор и не уходила от этого, потому что действительно многие, как бы те, кто делает фильмы, те, кто там занимается действительно профессиональными вещами, работают на Mac Pro. И в Mac Pro мы действительно не видели больших обновлений, ведь он уже не обновляется несколько лет даже, по-моему, и в нем даже нет USB 3.0, то есть, покупая такой мощный компьютер, я не понимаю, зачем мне он нужен, если в нем нету даже USB 3.0. Вот такая вот, с одной стороны, хорошая, с другой стороны, печальная новость. И следующая новость у нас такая. 1 апреля Apple исполнилось 37 лет. Да, 37 лет назад Стив Вознинг и Стив Джобс в своем гараже сделали компанию Apple. И это действительно очень радостное событие, и мы все должны поздравить компанию Apple также. На этих неделях был день рождения iPad обычного, да. Ему исполнилось 3 года, и опять же, мы безусловно этому рады, поскольку когда Стив Джобс представил обычный iPad первого поколения, все думали, что это устройство какое-то, знаете, с другой планеты, а теперь iPad это как повседневная вещь, которая почти у всех, и зайдя в метро или в маршрутку, вы по-любому увидите iPad. Да. Вы знаете, это были, в принципе, все новости за неделю. Я надеюсь, что вам понравились те новости, которые я отобрал. Вы будете смотреть новые выпуски, подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить. И это мой такой первый, как бы, пилотный выпуск, поэтому не судите, пожалуйста, строго, поддерживайте меня пальцами вверх, большими пальцами вверх, чтобы не было дизлайков. Я очень буду рад, если вы, короче, поставите лайк.
Вот, также, если вам что-то не нравится, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Я буду это исправлять, возможно, вам не нравится так, как я говорю, может, вам еще как-то доступнее объяснять данные новости, или вам вообще не нравится затея с обсуждениями новостей. И хотел бы сказать, что яблочные новости будут выходить через каждые 2 недели. То есть одна неделя у нас сказка Apple Explosions в конце недели будет, а на другой в конце недели у нас будет яблочные новости. И мне очень часто пишут в Твиттер и ВКонтакте, почему ты так часто не делаешь видео. Я хотел бы действительно сейчас отойти от темы новостей и поговорить об этом. Просто понимаете, действительно очень трудно придумать хорошее видео и... Я действительно очень долго думаю, чтобы придумать что-то новое до этого, чтобы ни у кого этого не было. И когда мне пишут, что у тебя плохие видео, мне это довольно-таки неприятно. Вы лучше напишите мне, в чем я допускаю ошибку, и просто поддержите меня. Ведь я только начинаю, и в дальнейшем я планирую больше развиваться, и на канале уже почти 500 подписчиков, поэтому подписывайтесь, чтобы 500 подписчиков вас ждет небольшой розыгрыш, а на такой вот позитивной ноте, я думаю, мы будем заканчивать, я надеюсь, опять же, вам понравился наш выпуск, подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх, читайте мой твиттер, ждите новых выпусков, и всем пока!